смысле мы продолжаем такую серию. Последних вот матчей, в котором мы играем, лично я как вратарь, так сказать, очень-очень довольный командой, потому что вижу всех игроков бегают, все пытаются помочь, все пытаются обороняться, все знают, так сказать, что они должны делать на поле. У нас это получается, и я лично очень рад. Результаты есть, так что остается продолжать и готовиться к очередному А не страшно, когда защитники убегают, потому что не часто они включаются в атаку, причем оба фланга, и остается, по сути, два правильных защитника? Ну, нет, почему? Ты центральный защитник, так сказать, страхует, так что мы всегда пытаемся быть на одного больше, наверное. Если один нападающий остается, то хотя бы должны быть. Так что сегодня был момент, когда вы выбежали вперед, и Смолова появился мяч, он мог закинуть, мог за спину. Тренеры у нас тут уже говорят, что не стоит так далеко уходить из ворот. Я не знаю. Просто мне был момент. Да. Ну, я понял. Ну, бывают разные моменты, но я не знаю. До сих пор мы с тренером как говорим об этом, я так и должен играть. А потом уже, если что-то не так пойдет, хотя я не думаю, потому что вроде у меня позиции большинство раз нормальные, я успеваю, так сказать, говорю. Так что такие позиции, это еще зависит от ситуации, потому что если я высоко вместе с командой и допускается какая-то, так сказать, простая ошибка, да, конечно, я не успеваю, да, но это именно вот таких ошибок, так сказать, мы должны и не делать, да, вот, но хотя я всегда смотрю, какая позиция у игрока, как он принимает мяч, куда он смотрит, если он смотрит на меня, что я выбежал, да. Мне надо быстрее возвращаться. Так что, пока я думаю, хорошо контролирую. Что значит «вратарь»?